Январский день мы вспоминаем грозные военные годы, вспоминаем советских солдат, защищавших и освобождавших наш район. Вспоминаем жестокие бои в районе Малой Покровки, Перекоповки и Землянска. Помним об участии в событиях того страшного времени воинов сибиряков, танкистов 5-й армии генерала Лизюкова и 7-го танкового корпуса Ротмистрова. Помним о мужестве бойцов и командиров, державших Губаревский плацдарм. Здесь, у берегов Седого Дона, было остановлено наступление фашистов.